верхняя дорога, она, ну, как бы ее обязательно нужно было ставить капитальный ремонт дорог. Значит, в этом году, с учетом софинансирования краевого бюджета, мы поставили в план работ эту часть дороги. На сегодняшний день подрядная организация выбрана, и уже начались предварительные работы. То есть мы сегодня можем поехать, увидеть, как там уже работает техника, и люди начали работать. Специалисты выявили самые проблемные участки, где асфальтовое покрытие быстро приходит в негодность. Там будут в буквальном смысле докапывать до основания и приводить его в соответствие с современными нормативами. По одному из предположений, в конце 80-х, начале 90-х годов никто не рассчитывал, что в селе будет такой поток транспорта, в том числе грузового. Общие сложности в Витязево на гостевом проезде, улице Славной, а также верхней дороге отремонтируют более 4 километров трассы, более 2 километров улицы Черноморской от Горького до Почтовой, а также основные улицы вокруг тренировочной базы. Дорожные работы также пройдут в станице Анапской. Всего к началу лета отремонтируют более 13,5 километров улиц. По городу, значит, у нас улицы будут ремонтироваться: улица Шевченко и улица Самбурова, улица Ленина от Крымской до Промышленной.